Զարմանալու բան է օրվա այս ժամը Վանաձորի փողոցները դատարկ։ Մարդ չկա, հատուկ են մարդիկ են, երևի աշխատանքից տուն են վերադառնան։ Վանաձորի կենտրոնական մասնահրապարակը ոչ մեկ չկա։ Հրապարակի ճիշտող փողոցնա Վազգեն Սարգսյանի փողոցը, ու մայթերը դատարկ։ Добрый день, уважаемые жители Армении. Сейчас в Перми около 2 часов дня. Вчера в нашем городе из-за пандемии коронавируса ввели режим самоизоляции граждан. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях. В магазин, в аптеке, в больницу, а также выкинуть мусор, либо погулять с собакой. Как видим, в принципе, пермяки соблюдают режим самоизоляции. На улицах практически никого нет. Лишь вдалеке одинокие прохожие. Пустынными остаются и центральные трассы города. Улица Луначарского сейчас выглядит примерно так. На сегодняшний день в Пермском крае зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. 2 случая со смертельным исходом. Уважаемые жители Армении, берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. Здравствуйте, это Воронеж. Вот так Воронеж выглядит на режиме самоизоляции. Привет всем армянам из Воронежа. И не только армянам, а всем. Երևանից դուրս եկող ճանապարհը մոտենում ենք հսկիչ անցագրային կետին։